Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала! Начались майские праздники, сегодня Пасха, и решил немножечко покашеварить. Вот как-то так. Говорят, работать нельзя, поэтому будем отдыхать. Что я готовлю, смотрите дальше. Мужики, всем привет! Решил покашеварить сегодня. Сейчас он мяско поджарится чуть-чуть, совсем чуть-чуть, на сильном-сильном огне. Еще дровишек подкину. Поставлю котел и заварганю какой-нибудь шулюмчик. Вот. Вроде там рыбить нельзя, сегодня кажут. Значит, будем готовить. Блин, жарище у нас, он вчера вообще сгорел. Вот там наверху сидел, крыли. И сгорел. Так что как-то так. Сейчас еще чуть-чуть зарумяню. И поставлю сюда казан. И будет этот самый. Хорошо, как говорится. Ну что, все это дело закипело. Воду ставил холодную, потом это обжаренное мясо туда. Пену уже эту всю собрал. И сейчас где-то часик пускай кипит вот, с момента закипания. Пускай варится просто так. Посолил еще. Две таких жменьки кинул. Ну, короче, пробовал все. Все отлично. Посоли даже маловато. Ну, малые будут хавать. Кому надо, те досолят. Ну что, час прошел. Все это прокипело. Воды вон сколько выкипело. Ну ничего, это хорошо. Потому что загружать еще вон сколько продуктов. Сейчас закидываю лук и морковку. Морковка дольше всех варится. Поэтому вот так вот загружаю и все. И минут 15 дам им покипеть. Потом загружу все остальное. Вот так вот. Так, прокипел лук с морковкой 15 минут. Загрузил сюда картошку, перец болгарский красный, зеленый. Или желтый, там, я не знаю, там все подряд. Немножко помидоров. Сейчас это ждем, пока закипит. Добавил черный перец. Совсем там немножечко. Тут какие-то приправы жена притарила. Вот тут у меня всякие разные есть травы, приправы с перцем, с солью. Ну, не буду рассказывать, показывать. У каждого вкусы свои. И вот тут какие-то вот приправы. Всего по чуть-чуть. Зелень в самом конце. В общем, дровишек подкинул. Ждем, пока закипит. Ну и, само собой, немножечко лаврушечки. Совсем чуть-чуть. Все, сейчас накрываю это дело крышкой. И жду, пока закипит. Так, ну судя по всему, тут прошло минут 5 и уже все закипело. Поэтому можно. Так, остановись. Теперь ждем, когда сварится картофан. Все это дело, как говорится, выключаем. И засыпаем зелень сверху. Просто засыпаем. Не варим ее, засыпаем и все. И шулюмчик по-кубански будет готов. Все, ребят, картофан готов. Закинул я зелень. Теперь будем снимать с огня. Дам ему постоять минут
20-30. И все. И кушать. Так что всех с праздником. С майскими. И всем приятного аппетита. С вами был Санек.